Следующий вопрос. Хукму таадиятиха йом аль-ид баад ас-сала. Каково постановление того человека, который выплатил закат, но уже после праздничного намаза? Говорит захаба джумхур ахли аль-ильм иля анна аль-афдал ан юаддиха кабля салат аль-ид. Ой наддаха баад ас-сала мин нафси льом аджзаатху ва ля исма алейх. Большинство ученых считает, что лучше выплачивать закат уль-фитр до праздничного намаза. Но если человек выплатил после праздничного намаза, в этот же день, то это является действительным, так и не является грехом. Второе мнение в этом вопросе, которое придерживался Дауд аз-Захири, а также Ибн Хазм, или анну ясам иза лам юаддиха кабля салат аль-ид, что если человек не выплатит закат уль-фитр до праздничного намаза, то он получает за это грех. Вадаву салат, и это второе мнение является правильным в этом вопросе. Из-за хадиса Ибн Умара, амара анту адда кабля хуруджин нас иля сала. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал выплачивать закат уль-фитр до выхода людей на намаз. Вали хадис Ибн Аббас, аллази фил баб, валлаху алим. И из-за хадиса Ибн Аббаса, который у нас в главе под номером 612. Что в нем говорится? Говорится, если человек выплатит закат уль-фитр до праздничного намаза, то это принятый закат уль-фитр. А если он выплатит после праздничного намаза, то это обычная милостыня и не записывается человеку как закат уль-фитр. وقد صححها هذا القول العلامة ابن عثيمين. И это мнение выбрал шейх Ибн Усаймин. Значит, человек обязан выплатить закат уль-фитр до праздничного намаза. Если же он выплатит уже после того, как придет после праздничного намаза, то этот закат уль-фитр ему не засчитывается, и он получает грех, если упустил закат уль-фитр намеренно.